Всем привет! Я Леха Колесников, профессионально занимаюсь фристайл-мотокроссом. Сегодня приехал в чудесный магазин Bikeland на Щелковском шоссе подизучить несколько новинок от гарнитур Cardo. Не могу сказать, что мы используем их там во фристайл-мотокроссе, когда прыгаем во время выступлений. Вот, я не сильно приветствую эту историю, потому что хочется, чтобы ничего не отвлекало тогда, когда ты сконцентрирован на рампе, на трюке там, и так далее. Но, тем не менее, касаемо работа на площадке, когда мы выставляем оборудование, когда мы выставляем приземление, рампу, когда один райдер находится на одном конце площадки, другой райдер находится в другой стороне, мы без проблем через большие наушники переговариваемся друг с другом, слышим друг друга, не нужно кричать, перекрикивать. То есть это очень удобно, очень как бы развязывает руки и ускоряет процесс монтажа и демонтажа. Сегодня как раз я приехал посмотреть, изучить, чем же все-таки отличаются вот эти три гарнитуры от предыдущих. У нас, получается, есть модель Freecom 1+, которая прошлой версии не позволяла соединять пилота с пассажиром. Сзади позволяла соединять только телефон и GPS-навигатор. Новая модель 2019 года позволяет уже подключить рядом сидящего пассажира, сидящего сзади, в случае того, разумеется, если у него есть наушники, есть все нужные приспособы для того, чтобы их просто соединить. Freecom 2+, прошлая модель не позволяла, то есть, по сути, предыдущая модель была аналогом вот этой вот, то есть она позволяла соединить пилота просто с пассажиром. В этом году Freecom 2+, позволяет присоединить еще в сетку еще одного райдера. Ну и основной плюс новой модели Freecom 2+, это то, что ты можешь подключиться ко второму райдеру в радиусе 500 метров. Совершенно не важно, какого производителя у него гарнитура. То есть вот эта модель коннектится абсолютно с любой гарнитурой, с рядом находящейся. Вот, что очень круто. И также представлен Freecom 2+. Вот эта модель представлена еще в таком виде. Это просто дубль, можно так назвать, да? То есть комплект, два комплекта, соответственно, на два шлема. То есть это очень удобно в том плане, что если человек, например, ездит на снегоходе, у него снегоходный шлем, или там на мотоцикле у него мотоциклетный шлем, или мотоциклетный шлем и там шлем для квадроцикла, да? То есть ты, соответственно, можешь вот этим комплектом сразу убить двух зайцев и соорудить сразу на два шлема. Не переставлять, не перелеплять все из одного в другой каждый раз. Вот, поэтому двойной комплект такой тоже, как бы, я считаю, что очень правильная и удобная вещь. Вот. Еще один немаловажный момент, то что с этого года все новые топовые модели гарнитур Cardo будут оснащены вот такими вот чудесными 40-миллиметровыми динамиками JBL. Это суперкачественный звук. Кому будет интересно, как законнектить вот эти вот новые чудо-наушники, которые будут идти только с топовыми моделями Cardo, только будут в следующих поставках, я вам рекомендую просто обратиться в любой магазин сети Bikeland, и продавцы вас проконсультируют, расскажут подробно, что, как, чего, к чему, к какой модели, как правильно поступить и так далее. Что касаемо себя, я присмотрел себе две вот такие вот модельки. Обязательно возьму в использование, потому что очень люблю гонять зимой на снегоходе со своими друзьями. Летом понятно, что это эндуро. Ну, то, что монтаж-демонтаж наших площадок – это вообще неотъемлемая часть. Вот, поэтому с этими штуками, ребята, максимально важно быть на связи, правильно? Поэтому очень полезная вещь.